Много новых понятий, эпитетов, а также специфических терминов проникли в наш лексикон в последние годы. Один из них – инновационный менеджмент. Для разъяснения его предназначения и преимуществ Академии государственного управления при президенте Узбекистана совместно с посольством Великобритании и профильным министерством был организован учебно-практический семинар. Инновации – одна из важнейших форм развития в современном мире. Они объединяют науку и производство. Процесс реализации инноваций на рынке – это целое искусство, требующее творческого подхода и активных действий. Именно поэтому так важно знать основы инновационного менеджмента, сравнительно нового понятия для научной общественности. Об этом говорилось в ходе семинара, на который в качестве модератора был приглашен ведущий британский специалист в сфере инноваций, профессор университета Лестера Стив Конвей. Стоит отметить, что он является одним из разработчиков электронной почты. В ходе пятидневного семинара квалификацию повысит заместитель хакимов, ответственный за внедрение инноваций, проректоры высших учебных заведений, преподаватели Академии государственного управления при президенте Республики Узбекистан. В нашей стране сегодня делается много конкретных шагов на пути к тому, чтобы инновационная экономика стала реальностью наших дней. И поэтому задача вот этого семинара, чтобы, изучив зарубежный опыт, а Лестерский университет, который проводит этот семинар, он входит в десятку лучших университетов в области инновационного менеджмента. Участники семинара не просто с теорией знакомятся, а они получают информацию от преподавателей, которые приехали из Англии, которые на живых примерах показывают, что такое инновации, как они рождаются в ВУЗе, потом продвигаются в реальный сектор экономики и потом становятся реальностью окружающей среды. Вот мы такую же должны систему создать. Нам как раз сегодня не хватает вот этого инновационного вектора, чтобы повысить продуктивность нашей работы. В рамках семинара также проходят секционные занятия, на которых участники, разделившись на группы, обмениваются опытом по методам создания инновационных проектов. Стоит отметить, что помимо учебного, семинар также носит и практический характер, так как по его итогам участниками будут презентованы новые инновационные идеи и разработки.